Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Синонавтов 2 на максимальной сложности в режиме Iron Man. Пошли на карту, посмотрим, что творится. Возвращаются наши перехватчики, которые сбили очередной эсминец, да? Да, очередной эсминец мы там сбили. И возвращаются наши бойцы, которые в прошлой серии прошли очень удачную миссию, практически без потерь. Один только там дыма надышался, то ли лапки поджарил немножко, я не понял сам, что с ним случилось. Но, в общем, сейчас нам достаточно заменить всего одного бойца. Всего одного. И все, и снова летим на миссию. Так, давай посмотрим, может, у него и так много здоровья. 62 из 68. Да даже может... Может и не менять его. В принципе-то. И так чисто гранат раскидать. Дополнительных... Такс, давай тебе гранатку. Он уже силенок хватает. Подтянуть гранатки. Но не всем. Здесь всего дофига. Но не лезет больше, ладно. А, уже все обновилось у них, все, что было. Я думал, добавить надо. Нет, ничего не надо добавлять, значит, все готовы. Сейчас еще раз посмотрим на нашего раненого. Значит, 62 у него. Может, нам стоит кого еще взять? 71. Да, возьмем вот этого. Поздоровее будет. Так, списываем тогда на отдых болящего. А вот этого берем. Ой, как у тебя все плохо с оружием. Ну, давайте дадим оружие получше. Что-то все равно ничего не тянешь. Ой, какой ты дохлый. Ой. Здоровье-то дофига у него. Но сам-то он дохловат. Ну, вот сейчас и покачается тогда. Все, команда готова, полетели. Управляем. И будем сейчас снова мочить пришельцев. Никак не удается прокрутить недельку времени, чтобы достроить вторую базу. Все время лезут проклятые алины. Но и отпускать их тоже нельзя. Иначе истерия нас в финансовом плане-то подкосит. О, как! Что-то затряслось все. Условия победы. Уничтожьте всех. Условия победы не меняются. Так, пошли. Куча места слева. Куча места справа. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Ладно, Дженнифер. На левый фланг. Что видно? Что-то уже видно. Так, давай в укрытие. Огонь. Мимо. Бывает в жизни огорчение. Так, на правый фланг. Ничего особо не видать. Там 26. Давай вперед тогда выбегай. Есть контакт. Не очень хочется мне за этот улей прятаться. Потому что через дверь открытый может выстрелить. Все, ждем. А, дробовик. Нам нужен дробовик здесь. Туда надо закинуть дробовик. Ждем. Кстати, вон там мужичок еще с дробовиком стоит. Может, сейчас мы поможем друг другу. Пулемет. Блин, придется все равно ставить сюда. Просто сейчас надо попытаться тень сбрить. 37 не хватит. 37 тоже не хватит. Давай, Джейн, выскакивай. Я в тебя верю. Я верю, что ты попадешь. 14% всего.
Я верил в тебя больше, чем надо. Все, прячься тогда. Походу, пока он из состояния невидимости не вылезет, нифига не получится. Вон туда беги. Прячься. Выстрел. Понятно. Аска. Я буду здесь контролировать. Аска. Аска, Аска. Наверное, тоже не вылазь пока. Туда смотри. И дробовик. Еще один дробовик. Нова. Туда далеко. Сюда, наверное, надо ее выкидывать куда-то. Давай, Нова, вперед. Прячься там. Даже вот так, наверное, попробуй. Погнали. Пошел огонь вражеский. Не видно, правда, где. Убил человека. Ух ты, 46. Ничего себе, ты меткая тварина. А что-то трясется так. Так, того тоже... А, вон. Какой-то танк приехал. Вот что тряслось. Есть. Сработал мой Overwatch, но мало. Еще одно попадание. Много сразу нас окружило. Ага, стреляли по-нашему, разнесли. Укрытие, кусты снесли, но он, не знаю, ранен, не ранен, сейчас выясним. Как дела у тебя? Почти хорошо, да? Так, вот у тебя уже не очень хорошо. Ты лечись давай. Есть. Джейн, 48, мочи козла. Япона, мать, ну ты вообще, мать, ну ты что творишь-то? Мимо. Есть попадание. Вот сейчас надо было... Да, вот сейчас надо было снайпера. Но я надеялся, что снайпер лучше лупанет. Не тут-то было. Здесь нас окружают довольно сильно. Надо дать залп, наверное, и отойти. Сколько останется? 46. Огонь. Косо, косо, беги. Попал в Overwatch. И опор СТ, да, в конкретный Overwatch попал. И там же еще тоже крадется. Так, ну если мы сейчас этого сбреем, который здесь крадется, мы сможем сюда отойти. Готов. Так, отходи. А, ты уже не можешь. О, тебя совсем контузило. Очень жалко. Очень жалко. Блин, уродские кусты, через которые нельзя стрелять опять. Минус. Так, уходи. Уже не уйдешь, да? Жаль. Жаль, жаль. Помогай, намазка. Ой, блин, прям на прострел. Давай хотя бы по дальнему. Мимо. Как жалко. Все наружу торчат. Есть попадание. Но всего одно. Отходи хотя бы ты. Сейчас, мне кажется, у нас начнутся потери прям со старта. А, стойте, стойте, пулемет. Забыли пулемет. Шестьдесят останется. Давай, пулемет. Работай. Плохо. Очень плохо. Все в итоге остались без укрытия и нифига не отбили атаку противника. Очень плохо. Сейчас они будут без укрытия получать. Промах. Ну, хотя пролетел через двери. Промах. Мимо, хорошо. А, это наш стрелял. Плохо тогда. Это наш Overwatch сработал, но не попал. Блин, 33.
Собака меткий такой. Этот сейчас придется убирать его уже из боя. Ой, там совсем уже живой капитан. Блин, так, сбиваем невидимость тогда. Не вышло. Давай еще разок. О, вот это сбило невидимость, так сбило. Молодцом. Лечись, капитан. Снайпер. 47. 35 мало. 38 мало. 41. Давай, бегом. Джейн, я очень на тебя рассчитываю сейчас. 54% мешается. Бойчина один. Отодвигаем его. Так, Джейн. Да фига, сюда 72. Давай, большого хотя бы. Зараза. О, подлечился. Так, значит, вот эту заразу сначала надо убивать. Она лечит. Хорош. Мастер прямо одним выстрелом гасанул. Так, ты отходи. Сейчас можешь уже отойти. Прячься. Пулемет. Огонь. Хорошо, но не убил. Отступай. Сержант, вся надежда на тебя. Чертовы кусты. Промах, ну что же ты? Давай еще разок. Хотя фигли толку 0%. Отходи. Прячься. 26. Там какие-то позбивало. А не надо. Вот есть же еще Аска. Аска, огонь. Попало, но не убило. Давай еще раз. Да ты офигевший. Ну-ка я сейчас попробую. 75%. Вообще не пробивается, а. Хожу. Двадцать шесть. Эх. Ну давай, выходи и стреляй по нему. Что делать-то? Вообще не попал. Очень-очень плохо. Все, все потрачены. Нет, не все. Дженнифер не дотянется. Тут все. Плотненько так подприжали на нас. И так, смотрим. Нифига, сломал все. Подавил. Ну хоть присесть догадался. Ой, 47. Мощная байдюльна. С тыла обходят. Бежит чел. Чел убежал, хорошо. Прячься в вертолет, чел. Джейн, мочи его. Есть, разобрали. В укрытие. Прячься, жди лечилку. В укрытие. Контроль. Так, здесь контроль. Разворот. Контроль. Так. Я ближе. Контроль. Туда. Ты сюда. Ты не можешь подлечиться? Нет, не можешь уже. Так, ты, кстати, можешь подлечиться еще. Давай-ка подлечимся. Присядь. Этого подлечить нам следующий ход. Ну так уже не слабо нам накидали. В прошлый раз вообще нормально шло. Сейчас прям неудачная посадка какая-то. Так, давай. На угол. Контроль. Сиди, жди. Лечение. 47, хорошо. Чел, ну ты куда побежал-то? К вертолету надо прятаться. Зачем ты побежал туда? Шипят двери, как будто тарелка уже прям близко стоит. Вот тут что ли она? Пойдем смотреть. Не видно. Не видно нифига. На угол. А вот она. Все.
Парилка найдена. Так, а ты этот, фиг ли с тебя толку? Давай вот сюда тогда. Пулемет ближе. Хотя будет своих, конечно, подавлять. Куда деваться? Так, я тоже выхожу. И вот отсюда буду выцеливать кого-нибудь. На том краю, значит, нам двое не нужно, однозначно. Далеко, давай ты вот сюда. Ты вот сюда. Ты вот сюда. Все, всех перебросили. Снайпера, второго снайпера. Вытаскиваем тоже. Вперед, Джейн. Сейчас мы тут распределимся как-нибудь. Вырвался один боец у нас вперед. Не очень удачно. Да, ну и, собственно, получает за это. Еще и не попал. Ой, блин, своего! Как я не люблю этой фигни. Сказочный. Кого убил-то хоть? Стой, не ходи никуда, стреляй отсюда. Подавил. Снимай невидимость. Есть, снял невидимость. 43. О, ё-моё, патроны забыл. Пулемет, выходи в атаку. Ну а чё ж так слабенько-то? Джейн, у тебя есть патроны? Тоже нет патронов. Ох, пиш, да. Фигня вышла. Давай, отходи в сторону по своему, чтобы не попасть. Ё-моё. Ё-моё. Ох, и тут нет патронов. Да, вот эти маленькие магазинчики прям печаль, беда. Кто-нибудь убейте его. Какая жесть. Уйди внутрь хотя бы чуть-чуть. Так, ну ты там держишь. Вот это сейчас влетим мы тут. Уйди хотя бы ты. Неудачник фигов. Мне бы тоже не мешало бы отойти чуть-чуть. Ох, да. 38, да, ну сносит так сносит. Еще один идет. Двое еще. Пулемет, работай. Еще раз. Снимай невидимость. Еще раз. Убил. Малорик. Так, лечись. Скорее. Уходи. Так, я буду здесь их контролить. Пулемет, отойди. Все, контролим тут. Эти парни. Ходите. Давай за высокую лучше фигню. Отходи, отходи, не отвлекайся. Прячься пока что. Потом будешь воевать. Так, ты тут остаешься. Троих насчитали. Не ходи туда, зачем ты ходишь туда? Тупой гражданский. 28 здоровья тоже, конечно. Тот еще воин.
Там, кстати, забор, я туда не могу стрелять. Пулемет вперед. Снайпер вперед. Так, ты раненый. Тебя еще лечить уже нельзя. И вот тогда хорош. Ну что, точно этот допросится. Мужик в синем костюме. Вперед. Вон там, посмотри. Есть контакт. И есть сразу маслина. Ну, кстати, кровяще-то брызнуло, а в этом-то нормально все. Урона нет. Отходи назад. Так, значит, он вон там. Ты точно не попадешь. Отваливай тогда отсюда. Ты тоже весь раненый, тоже отходим. Джейн, как ты на это смотришь? Ну, не очень хорошо, ну давай. Смотрела, отходи. Пулемет. Давай тоже уйди пока что, ну нафиг. Тихо-тихо-тихо. Я хочу подойти поближе. Куда ты и зачем ты туда идешь? Ну вот, блин. Искусственный интеллект. Так, нам нужно подсветить там. Следующий ход выйдет, подсветит. Стоим. Выжидаем. Ну, прям вообще пошел. Дебил кусок. Так, подсвечивай. 28. В этот раз плохо подсветилось. Прям на маслину. Не знаю, укрытие снесла. Не попала, но снесла укрытие. Я тоже только укрытие поломал. Через единицы времени. Можно из тыла выводить бойца. Блин, 35. Все, добили этого деятеля. Ну, блин, он сам устойчиво шел туда, где ему прилететь должно. Мочи козла мимо. Теперь лечи себя. Так, ну здесь, в принципе, все укрытия уничтожены. А один заборчик остался. Попало, нет? Хрен знает. Это без понятия, там есть попадание или нет попадания. Вот теперь есть попадание. Только
Только этого мало, и теперь назад не уйти. Блин, опять неправильно все сделал. Надо было сначала сбивать невидимость сблизи, а потом снайперов тратить. Уже не дотянешься. Хотя отсюда фигово. Садись. Вторая потеря, блин. Еще двое вылезли. 23. Все, совсем плохо все сделал. Совсем все плохо. Мартов паникует. Сбивай невидимость. Мимо. Давай еще раз. Твою мать. Почему не сбивается-то нифига? А где граната-то? Почему граната не взорвалась? Чё за хрень вообще? Там не попал. Ой. Сейчас еще и Марту завалят. Блин. Уже и так двоих потерял. А у нее еще... А, у нее кровотечение на 15. Капец. Минус капитан. Ну, ее не спасет это на самом деле. Даже если по ней сейчас не будут стрелять, все равно. О, как хорошо прилетело. Все, от кровотечения померла. Ох ты, и этого добили, блин. Да. Да уж совсем. Четырех уже потерял, ё-моё. Уходи, все, уходи, снайпер. Твою за ногу, беги, беги. С одного выстрела, нифига себе, да ладно, куда ты побежал, сейчас тебя пристрелят в спину. Блин, вот это конечно.
Вот это, конечно, провал провалов. Таких провалов еще не было. Самая провальная миссия. Жесть. Какая в прошлый раз была хорошая миссия? Какая в этот раз плохая миссия? А еще в тарелку как надо зайти? И долго ход так еще идет, как будто их там фигова тьма. Шевеление какое-то. Контроль. Так, с тебя на этот угол. Обходи. Тут там вовсю шебуршакает. И не один, видимо, шебуршакает. Погнали, открывай. Это прибор там? А, это башка от этого, от убитого. Хорошо. Ну, ждем, ждем. Открывай. Так, есть контакт. Два контакта. Один там, один там. Ну, мочи в упор его. Есть попадание. Суть. Капец. Отходи, отходи, все, прячься. А почему два раза-то? Почему ты стреляешь два раза, наглая тварь? Наглая тварь стреляет два раза. Мимо, еще раз. Да за раз, блин. Ой, трындец. Сейчас прибьют моего перса и закончится первое прохождение. Второе уже тогда я буду начинать после выхода в ранний доступ. Дробовичок в упор по вот этим хорошо, прям заходит с одного выстрела. И перезарядились. Ладно, если мозг один, мы его выбьем сейчас.
Его хрен выбьешь еще. 57, блин. 8 здоровья осталось. И кровотечение. Убит. Надеюсь, это конец. Ой, блин, да. Черный день. Черный день. Жизнь организации. Печаль. Вот как день с утра не задался, так и тут тоже все не то и не так. Двоих вытащили. Двоих вытащили. И то. Да. Сержанта откачали. Еще одного сержанта откачали. Двоих откачали. Что там за надпись? Новая медаль какая-то. Награда за героизм. После успешного выполнения задания, в ходе которого будет потеряно больше половины отряда. Но это уже была такая. Я 7 потерял. Но 2 откачали. Итого минус 5. Капитан, лейтенант, капитан. Лейтенант. Аска, капитан тоже. Ой, блин. Набираем новых. Фигли делать. Кто тут поздоровее? Раз. Точности нет совсем. 2, 3. 4, 5. Силы нет совсем. 5. Берем вот этих. Будем надеяться, что они подкачаются немножко у себя там. Будет нормально. Так, вскрытие кибердрона. Это вот новый враг, который был сейчас. Броня носовой части. Им нужно обходить, значит, звуковые сенсоры. Роботы засняли. 150 здоровья. Офигеть, конечно. База вторая наша. Как ты там поживаешь вообще? 7 дней, 4 дня. Так же. Уфо. Ну, сбиваем. А на миссию не знаю даже. У нас же сейчас, наверное, брони нет. Броня же потеряна. Для большинства наших бойцов. Да, одна всего в наличии. Давай делать броню вместо... А, склады заполнены, ё-моё. Ну вот эту продаем всю историю. Магнитное оружие пришельцев. Олени и сплавы нам нужны. Сканеры пока непонятно. Трупы сектон. Ну вот, вот этих трупов дофига. Нафиг нам их так много. Вот этих 10, вот этих. Ну, так, чуть-чуть оставим. Про запас уж не знаю, нафига. Ну вот, разжились. А броню я не запустил, да? А, нет, запустил. Давай вот так сделаем. Вообще время 9 дней, да уж. Но броня нам полюбас нужна. Зря я автобой убрал в настройках сложности. Потому что в который раз уже нападаем на эсминец. Если опять я зафакаплю. То мы тогда сможем победить. И в очередной раз можем победить, и поэтому смотреть на это и заниматься этим не так, чтобы уж интересно.
не появляется маневр уклонения. Наконец-то появился. Ну и сбили, собственно. Как будто бы сильнее сейчас нас потрепали, но в целом... В целом не так уж это стало интересным. Отправить ли отряд? Не отправить ли нам отряд? Да? Я даже и не знаю. Пошли посмотрим, что у нас там есть. Да, там еще не все, а те еще в пути. Сколько там здоровья? 65 из 68. Ну ладно, можно взять. Так, это вот он же, да, капрал? 67. Ну, тоже можно взять. Захар. Захар дохлый, Захара нельзя брать. Дина. Тоже дохлая, Дину тоже нельзя брать. Ну, и этого тоже можно. Остальных еще ждать целый день. Четверых. Ну, ладно, давай докрутим время... До прибытия. Нет, еще не прибыли. База вообще никак не двигается. Прогресс постоянно прилетает. Ну. Есть, прибыли. Кто покрепче? Берем покрепче бойцов. Ну, не тебя, из новеньких. Семь, еще двух надо. Так, вот. Есть и... Все, ну отряд собран. Пушки я им передам уже тогда за кадром. Нового никакого снаряжения не появилось. И так понятно, в чем они поедут у нас. И в следующей серии тогда пойдем биться снова с пришельцами. Так что подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока.